Друзья, всем огромный привет из Польши. Многие меня спрашивают, можем ли мы здесь, в Польше, получить какую-то помощь, а потом уехать, например, в Германию или куда-то дальше по Европе. Если вы получаете здесь, в Польше, ПЭЦЛЬ по процедуре УКР, то вы не можете выезжать. Это написано все в денеге устав. Если что, где источник, там искать. Что если вы выезжаете больше, чем на 30 дней, неважно, в Украину, либо на территорию другого какого-то государства, то ваш статус аннулируется. То есть, получив ПЭЦЛЬ уже после 16 марта, когда вы сдали отпечатки пальцев и фотографию, вы получили ПЭЦЛЬ по процедуре УКР. Что это значит? Что вы получили ПЭЦЛЬ, это индивидуальный этот номер, да, благодаря которому вы можете здесь залатывать, ну, делать какие-то документы, складать, да, на помощь и так далее. Но и также вы попросили политическое убежище. Не путайте это с беженством. Это просто политзащита, которая у вас здесь на территории Польши имеется. И благодаря этому ПЭЦЛЬ вы можете пользоваться благами, которые вам предоставляет здесь Польша. То есть получать ПЭЦЛЬ+, на помощь какую-то подаваться и так далее, бесплатный проезд, бесплатные там какие-то плюшки. Если же вы, сори за звук, я вроде так микрофон подключила, но думаю, звук будет ужасный, но информация, да? Если вы выезжаете, например, хотите в Германию поехать, где-то там другие какие-то страны Европы и так далее, то вы должны понимать, вы можете выехать, но не больше, чем на 30 дней в течение 18 месяцев. То есть 18 месяцев, на которые вам предоставляется вот эта политзащита. Политическая, вот эта политическая защита. Так что следите и считайте дни, если вы превышаете этот... Как я поняла, если вы превышаете лимит, да, 30-дневный, то вы, получается, утрачиваете политзащиту здесь, в Польше. И если вы захотите въехать, то вам нужно будет уже какие-то другие воронки использовать. Ну, в общем, короче, будьте аккуратны, будьте уважны, и будет все хорошо. Всем пока, жду ваши комментарии.